А не трогай. Чому ви не хочете показати свій бери? Руки убери, говорю. Я сейчас уберу. Убери руки, сказав. Руки убери. А то що? А то що? Руку убери, говорю. Убери отсюда. Убери руку, пожалуйста. Камеру убери отсюда. А ти руки убери свої. Ти хто здесь такой? Я охрана. Какая охрана? Чи ти на мене голос повышаєш? Удостоверення покажи. Не трогай, не трогай. Чому ви не хочете показати своє посвідчення? Це така тайна? Ну, хто ви? Я должен показувати удостоверення тільки тим... Кому? Мусорам или що? Здесь нету мусоров. Чого ти рота закриваєш? Тебе нахуй охрана стоїть, спрашивай, хто ти, блядь? Какая ты охрана? Покажи свої документи. Ти що, дурак? Вот, нахуй, тебе охрана, блядь, ти нахуй. Це вот такой бумажка, я могу напечатати сам, блядь. Та печатай, нахуй, вставай здесь і стой. А чого ви конфліктуєте? Покажите. Работа, ребята, конфліктуй. Ты это видишь, нахуй. Ты без справа, ты это видишь, нахуй, ты провокатор ебаный. Не треба. Ну давай. Не употребляй. Найдешь меня? Провокатор ты на данный момент. Найдешь? Покажи свои посвечения. Слышишь, урод. Почему я вам должен его показывать? Потому что мы на вас ворожені настроєні. Ми згодні вас вот, простити. Вот этот ворожений настроєний? Да, не настроєний. Ви ж його провоцируєте. Ні, он ударив камеру. Він ударив після того, як ви його послали. Ви послали його трижды. Ви його послали трижды. Ви сказали, іди нахер. Потом иди нахуй, и еще куда-то вы его поставили. Вы начали а первым. Вы можете меня выслушать? Вы начали первым. Вы, говорю, можете меня? Нет, да. Первым начали вы, потому что вы начали незаконно у нас досматривать документы. Незаконно. Попросили. Вас никто не досматривал. Нет. Вы стали задавать вопросы. Я ответил, говорю, какое вам дело? Кто покажите, мы такие? Покажите, пожалуйста, удостоверение. Покажите удостоверение. Ты, блин, мурчики, сука, поприезжали. Покажите удостоверение. Я здесь живу, кстати. Я как раз здесь живу. Слышите, дали вопрос. Кто вы такие? А кто ты такой? Я кто такой? Покажи. Сейчас нахуй я уберу. Ты вообще на... Ты какое имеешь право мне камеру включить? Ты, блядь. Ребята, успокойтесь. Успокойтесь. Ребята. Пришли нормально. Режиссеры нам показали и пошли, блядь. А вы, сука, кто такие? Звони, сука, вызывай старшего. У вас есть право снимать? Я говорю, вызывай старшего. Есть право снимать? Старшего вызывай. Сейчас выясним. Сейчас выясним, кто здесь имеет право. Понял? И обязанности. Да документы покажите. Вызывайте сотника, вызывайте сотника. Старшего вызывайте. Документы покажите. Вызывайте сотника, ребят. Вызывайте старшего. Тогда идите нахер отсюда. Подожди, не ругайся. Вызови сотника. Сходи. Давай пацанов ломаем, нахуй выводим. Я говорю, нет, давай старшего вызывать. Позовите, можно вызывать? Что ты это самое? Хамит. Давай, вызывай. Вызывай старшего, чё? Люди, смотрите, вот это вот эти бандиты, только что ударили камеру. Провокатор, тихо, пожалуйста. Тихо, старшего вызывайте. Что, титусок приехали, да? Я говорю, старшего вызывайте. Давайте сотника вызывайте. Люди есть люди. И тогда это и дело. Надо спросили. Зачем вы ругаетесь? Бандюга напал, ударил камеру. Заспокойтесь. Вы кто? Старшего вызывайте. Если вы пресса, покажите. Документы. Давай, давай. Я говорю, старшего, ваши документы сначала. Сначала ваши. Я спросил первого. Не-не, я сказал второй, и я, пожалуйста, покажите нормальные документы. Нормальные люди идут. Показали документы. Значит, просьба у меня, пожалуйста, вызовите старшего. Жопу твои просьбы. Сотника. Дебил. Давай, вызывай своего сотника. Дебил. Просьба уехала. Ну иди, пожалуйста. У меня просьба у тебя отойти, понял? Слушай, мне показать удостоверение свое. Подожди, покажите, покажите, вас пропустят. Покажите, вас пропустят. Вы, а кто вы вот здесь, вот на этом посту? Я расскажите. Громадский активист. Вы знаете, это, что это вы знаете, что? Вы я вы кто громадский... Здесь, скажем так. Знаешь что? Кто, никто, это не тебе решать. Значит, кто ты? У вас, хамский, пошли нахер, пускайте нас. На нас напал вот этот бык. Подожди, дружище, ударил камеру, если ты пресса, у тебя должна тут быть написана пресса, понимаешь? Ты пришел с УБОПа или откуда? Покажи свое удостоверение. Давайте старшего вашего. Я говорю старшего, покажи свое. Вы напали на охрану. Значит, смотри, пригласи своего суда. Ты сотник? Ты не сотник. Я не сотник. Так вот я тебе говорю, пригласи старшего. Давай. Ну, я слушаю. Организовать 10 там. Так вы приглашаете сотника или нет, Влад? Или нет? Или кто? Кто-то подойдет старше или нет? Покажем сразу документы свои. Вы не захотели выйти? Не-не-не, вот ты никто, чтобы меня спрашивать, понял? Это вы никто. Добрый день.
Так я же должен знать, кому мне старшего звать, правильно? Что мне ему сказать? Значит, на нас напали только вы что. Покажите документы. Напал боевик с палкой. Да, ударил ударил камеру рукой, потом ногой. Кричал, оскорблял и не показывал документы. Меня интересует, кто здесь у вас, в вашей банде старший, чтобы кому-то пожаловаться на боевика, который напал на моего оператора. Будьте любезны. Покажите мне так. Покажите мне. Подождите, если я покажу, вы вызовете Сотню? Я входил в здание. Я даже не знаю, кто. Какой вопрос? Какие фамилии ваши? На улице имею право передвигаться. Можете мне рассказывать что угодно. Отойди, отойди. Можете передвигаться, провокаторы. Лезете сюда с камерой. Значит, смотрите. Попилите с камерой. Послушайте меня. Значит, идем туда. Вы назовете сейчас фамилию. Давайте отойдем сюда. Хорошо. Давайте будем поговорить. Подальше это. Я работаю. Подальше это. Оператор. Я на телевидении работаю. Показывайте суверение, я буду. Только Стаж, он придет, я ему покажу. Вот я ему покажу. Попали на охрану. Рассказывайте. Напал, ну, вот там, вот камеру убили мне. Что? Вон, вытолкнул. Мы вначале вызовите, пожалуйста, Стаж.